17 октября 1943 года. 848-й день войны. Сегодня на Гомельском направлении наши войска форсировали реку Днепр и, прорвав оборону противника протяженностью 20 километров, овладели городом Лоев и населенными пунктами Козороги, Крупейки, Бывалки. В Мелитополе продолжаются кровопролитные уличные бои. Противник несет большие потери. 51-я армия Южного фронта захватила и расширила плацдарм на западном берегу реки Молочной. Нашим войскам не удалось сходу форсировать второй рубеж вражеской обороны, отстоящий на 20-25 километров от Днепра. Несмотря на атаки наших войск, гитлеровцы удержались здесь и переходят в контрнаступление, наращивая удары. Степной фронт. Наши войска продолжают наступать на оперативном просторе и нацелились на опорный пункт противника на фланге нашего плацдарма, населенный пункт Деривку. Греческие партизаны атаковали в Фессалии немецкую автоколонну из 100 машин. Было уничтожено 40 грузовиков и убито несколько десятков немецких солдат. Партизанские отряды штурмом овладели городом Триккала. В Узбекистане проходит воскресник фонд помощи семьям фронтовиков. Силами комсомольцев уже собраны 1500 рублей, 130 тонн продуктов питания, 35 коров, 320 овец и коз. 3000 детей фронтовиков обеспечены обувью и одеждой.